Сегодня я покажу 4 упражнения, которые помогут избавиться от вот этого образования, которое называется холмик или горбик. Оно появляется у тех, кто много работает сидя, у кого есть статодинамические нарушения шейно-воротниковой зоны. Итак, приступим. Первое упражнение. Сидя или стоя, вытягиваем руки перед собой, отводим локти назад, разворачиваем ладошки к стене перед вами и сводим лопатки. И в обратном порядке. Делаем так 20-30 раз. Для того, чтобы эффективно бороться с холкой, должно быть большое количество повторений на улучшение кровотока. Голову держим, как будто она подвешена за макушку, вытянута вверх, не отклоняется ни вперед, но сдерживается в этом конкретном положении. Вытягиваем руки в стороны и ладошками дотрагиваемся до одноименного плеча. И за головой скрещиваем руки и дотрагиваемся до разноименных плеч. И делаем так 30-40 раз. Третье упражнение. Ложимся на живот и приподнимаем голову таким образом. Не запрокидываем ее, а именно поднимаем, отрывая ее от кровати, либо от пола. Делаем так 20-30 раз. Заключительное 4-е упражнение. Складываем руки в замок за голову. Наклоняем на выдохе. И на вдохе разводим локти максимально в стороны, голова по центральной оси, и снова выдох. Делаем так 20-30 раз. Делайте этот комплекс в течение 7-10 минут, хотя бы 4-5 раз в неделю, и эстетическое состояние и самочувствие в области шеи станет гораздо лучше.